А сейчас на эту сцену выйдет Тихоненкова Алена с песней «Не волнуйся, папа». Ташкент, Узбекистан. Кстати, ребята, хочу вам сказать по секрету, что автором этой песни является сам папа Алены. Тихоненко Виталий. Поддержим! Узбекистан. Oh,
Тихоненкова Алена, которая сразу же после нашего фестиваля отправляется на международный конкурс в Витебске «Славянский базар», где будет представлять Узбекистан.